Сегодня уйма встреч, берега гор и собраний. Сотрудники ждут указаний. На полчасика прилечь. Не кстати эти вечеринки, когда на утро все болит. А нам сегодня предстоит борьба за первенство на рынке. На презентации пиар представишь ты. Я не поеду, когда будешь там победу, удвоишь общий гонорар. Ну, соберись скорее, тряпка. Кто будет кофе? А мне не сладкой. Обиделся опять Подив. Ты с ним весь день, ему все мало. Хоть сутками пред ним сиди. Да это пуще наказание. Где ж за умение признание? Умение здесь не так уж важно. Усердие проявляет каждый. Но роль значительнее здесь играет личный интерес. Тут можно многого добиться. Коль сердцем к тебе стремиться, внимание надо бы на чуть-чуть. Боюсь надежды обмануть. Так мир устроен, не изменишь. Коль не подмажешь, не проедешь. Когда-то, может, и умели своим трудом идти до цели. Сейчас иначе все, поверь, талантом не откроешь дверь. Тебя послушать, мир стоит на том, кто с кем за сколько спит. И это истина не нова. Спроси хотя бы у Казановы, у своего, а ты забудь. Сотру из памяти я путь, приведший к бездне и порогу. И правильно, ты одинокой не будешь без него, когда достойнейшие господа тебя вниманием окружают. И уж поверь мне, цену знают твоих талантов и заслуг. Да, кстати, мой богатый друг на презентацию приедет. Он холостой, мы с ним соседи. Красавец статный, боже мой! Мечтает встретиться с тобой. Ну, полно! Хватит уж трепаться! И надо с мыслями собраться. Себя в порядок привести. А вам пора уже идти. Каждый день мы ходим, каждый час, каждый раз. И никак нельзя без нас. Не только кофе принести, можем мы и дела вести. Мы секретарши и боссы наши, ценят и души не чаят нас. И все секреты знаем мы, кто за кем, кто с кем и кому зачем. Но никому не говорим, мы храним мы секреты свои храним. Но если босс попросит нас, ему мы не откажем. И слово босса как приказ. Это работа наша. На работу каждый день мы ходим, каждый час, каждый раз. И никак нельзя без нас. Не только кофе принести, можем мы и дела вести. Мы секретарши и боссы наши, ценят и души не чаят нас. И все секреты знаем мы, кто за кем, кто с кем и кому зачем. Но никому не говорим, мы храним мы секреты свои храним. Но если босс попросит нас, ему мы не откажем. И слово босса как приказ, это работа наша. На работу каждый день мы ходим, каждый час, каждый раз. И никак нельзя без нас. Не только кофе принести, можем мы и дела вести. Мы секретарши и боссы наши.
наши ценят ты души, не чай от нас. Каждый день мы ходим, каждый час, каждый раз, и никак нельзя без нас. Не только кофе принести, можем мы и дела вести. Мы секретарши и боссы наши, ценят ты души, не чай от нас. Не только кофе принести, можем мы и дела вести. Мы секретарши и боссы наши, ценят ты души, не чай от нас.